В эти выходные городской футбольный клуб «Стерлитамак» примет команду из Ишимбая на домашнем поле в рамках Кубка Республики Башкортостан по футболу. Начало игры 18 часов, вход свободный. 14 июня городской футбольный клуб «Стерлитамак» вступает в борьбу за Кубок по футболу Республики Башкортостан. И я уверена, что игроки нашего клуба и тренерский штаб покажут высокий уровень игры и проявят всю свою волю к победе, как и на проходящем чемпионате Республики Башкирия. Генеральный партнер городского футбольного клуба «Стерлитамакское телевидение», медиапартнеры газета «Стерлитамак недели», радиостанция «Авторадио» и «Энерджи Стерлитамак».